Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева состоялся 22-й турнир по боксу класса А памяти Магомед Салама Умаханова. Отметим, что принимают участие в турнире не только российские боксеры, но и зарубежные спортсмены. Здесь участников больше 100 человек. Это неплохое количество участников. В зависимости от того, что сейчас наша страна находится под санкциями международными. Приехал, мне больше 15 стран приехал. Участвуют нам дружественные страны в основном. По словам главного тренера Дагестана по боксу, приехали спортсмены из разных стран мира. Белоруссии, Кипра, Алжира, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других. Соревнуются спортсмены в 13 весовых категориях в возрасте от 19 до 40 лет. Кроме того, Руслан Хаиров поделился, с какой целью проводятся подобные турниры и как они важны для нашего подрастающего поколения. Проводится с целью популяризации бокса в Дагестане. Он очень важен для нас, потому что наша республика по числу занятых с момента образования Российской Федерации, по числу занятых золотых медалей на чемпионатах России, мы занимаем первое место. Ну, по праву можем считаться боксерской республикой. И для республики это большое значение имеет. Проходит турнир с 12 по 16 сентября. Федерация бокса приглашает всех желающих посмотреть интересные соревнования.